Привет, ребята! Вы уже соскучились по блогу новоявленного видеоблогера. Вот. Сейчас я вам расскажу, что от меня отписался подписчик и мои впечатления, ощущения. Ну, это, конечно... Не знаю, как это пройти, но это надо пройти. Понимаете, я каждого своего подписчика даже, блин, каждого своего подписчика в лицо знаю. И, то есть я лично, ну почти каждого там лично, то есть и я вычислю тебя, кто отписался, и приду к тебе ночью. Потому что мне еще непонятно, кто отписался, то есть я каждого почти знаю, и... То есть, возможно, это какой-то знакомый или просто, или... Или, может быть, это крыса зачесалась в рядах моих, и вот... Ее надо теперь выловить и добить, пока она не натворила ничего непоправимого. Вот, еще я рассказываю вам то, что... У меня просто... У меня даже последнее видео в топ не вышло, то есть... То есть, вот, тоже это вторая моя новость. И вообще, мне лень сейчас сделать видео. Вот, это единственное. То есть, мое видео, вот я его сделал, молодец, конечно. Потому что я на... Это блог новоявленного видеоблогера. Ну и вот, мои впечатления прям такие жесткие от того, что от меня подписался подписчик, и последнее видео не вышло в этот, в топ. То есть, понимаете, уже просто скоро перестану намазывать черную икру на хлеб. Вы понимаете это или нет? Потому что если еще кто-то отпишется, я просто приду ему и просто... И втащу ему с ноги просто разворот. Или просто спрошу его, вот подойду к нему, чтобы он мне в лицо сказал, почему он отписался. Ладно, ты отписываешься там втихаря, ты подойди, в лицо скажи, а? Ну вот. Только крысы просто отписываются. Вот вообще, последнее видео прям супер видео, надо на него ссылку, я ссылку вам оставлю даже. Потому что это супер видео, и его, оно в топ не вышло, это... Это просто, я не знаю, как сказать, по-хамски. Как так можно смотреть видео, то есть, если они в топ не выходят, то есть, это просто, не знаю, каким надо быть таким вот человеком, то есть, да. Короче, вам рассказываю впечатление. Ну, вот не вышло видео в топ, а мне, я не понял даже, то есть, ощущение мое. То есть, мне то ли лень снимать видео, то ли мне лень стало из-за того, что от меня отписался подписчик, и видео в топ не вышло. То есть, я даже не буду его называть человеком, просто подписчик отписался. Ну вот, и, то есть, непонятно, видео в топ не вышло. То есть, я не хочу, наверное, снимать. Или же потому, что я... Я поснимал уже много, устал сейчас, как какая-то вообще. Ну вот, сейчас, да, я думаю, вы поняли то, что 2 недели пока видео не ждите, кроме этого, вот, и вот, и там еще вот, ну, и потом вот. То есть, видео следующее будет когда-нибудь, короче, да. Короче, в общем, вот, и, конечно же, скоро либо когда. И... Рассказываем дальше историю про то, как подписчик отписался. То есть я захожу на канал просто, как ни в чем не бывало, думаю, ну все, сейчас нормально. Смотрю, а там просто я был шокирован, просто, то есть я был в гневе вначале, потом в панике, потом просто... Если ты смотришь это, знай, я найду тебя. Ну вот, все. Извините за то, что видео такое нечастое и вообще мне просто... Я просто вообще извините за то, что сонный... Да, то есть вообще просто извините за это видео. Просто вообще извините за все, что там всем сделал, все.
Все, до свидания. Ну и, то есть, извините за то, что отписал, последнее видео в топ не вышло, извините меня за это. Вот. Еще извините за то, что от меня отписался подписчик там. Ну вот, короче, еще я рассказываю вам новую историю. Если сейчас я ее узнаю. Сейчас надо подключиться к кое-каким источникам. Сейчас, подождите. Короче, у меня есть... Нет.